он ко мне приезжал, часто мы сидели на кухне, разговаривали, там, пели друг другу песни, то есть очень теплые были всегда встречи. Он не был твоим соперником? В хорошем смысле слова, наверное, да. Ты считал соперником? Ну, с другой стороны, все-таки рок-н-ролл это не спорт, поэтому... Но, во всяком случае, то, что он делал, то есть его песни подвигали меня к тому, чтобы тоже писать. То есть это в хорошем смысле, да. Скажите, не хватает? Конечно, все, когда уходят, рано оставляют такие незаполненные пространства. Естественно, не хватает. Очень сильно не хватает. Но, с другой стороны, он ушел-то очень хорошо, как пел песенку, ушел героем. Почему? Ну, потому что... Спелое яблоко, оно ценно, когда оно спелое, не начинает немного подгнивать. То есть он, его ветер сорвал спелым, сочным яблоком.